Губернатор Поморья Игорь Орлов сегодня провел личный прием ветеранов региона. Городская инфраструктура, вопросы транспортной доступности, обеспечение ветеранов Великой Отечественной дополнительными льготами. Темы в обращении жителей звучали разные. Валерий Камнев задал главе региона вопрос о дальнейшей работе филиала Мурманского технологического института Архангельского рыбопромышленного техникума. Следующим этапом будет передача этого филиала в состав Северно-Арктического федерального университета с сохранением специализации техникума. Для меня очень важно, чтобы он сохранил специализацию, форму, там, кафедры, которые там есть, виды обучения и так далее, всю свою материальную базу. Еще один вопрос от ветерана из Новодвинска о затянувшейся реставрации здания городского культурного центра. Игорь Орлов пообещал, работы на объекте начнутся в следующем году.